Здравствуйте, меня зовут Лиза, и я приобрела квартиру в Подмосковье. Квартира была без отделки, просто бетон, голые стены. И когда дошло дело до ремонта, я стала задумываться, как же мне спланировать мою маленькую площадь. Моя квартира всего 28 квадратных метров, это студия. И мне было очень важно правильно зонировать пространство и уместить всю мебель так, чтобы это было функционально и удобно. Я начала искать в интернете дизайн-студии, которые занимаются дизайном интерьера, и нашла Rerooms. К моему удивлению, я была подписана на них очень давно в Инстаграме и сохраняла их подборки себе в сохраненное для вдохновения. Когда мы начали работу с Rerooms, мне выделили дизайнера. Моим дизайнером была Татьяна Вичканова, замечательная девушка, замечательный дизайнер. Я очень довольна ее работой. Она была очень внимательна к каждой детали, она очень прислушалась к моим пожеланиям. Я составила референсы для вдохновения, заполнила анкету, в которой указала, какие цвета мне нравятся, какие стилевые решения мне нравятся и что я не хотела бы видеть. Все это она учла в моем интерьере. Таня предложила очень много интересных решений, которые выглядят и стильно, и в то же время очень функциональны. Например, Таня помогла решить нам проблему с батареями. Пойдемте, я все покажу. У нас большие панорамные окна, и от застройщика нам достались две маленькие, очень низкие батареи, которые стояли вдоль двух стен. И из-за них нельзя было поставить мебель совсем вообще. И Таня предложила нам вот такое решение интересное, до которого мы бы никогда сами не додумались. Это трубчатая батарея, она очень теплая, ее достаточно для нашей площади, и в то же время она выглядит как арт-объект и поддерживает вот эту идею с вертикалью, что прослеживается и в наших подоконниках, это тоже идея дизайнера Rerooms. Такие декоративные подоконники из натурального бука с балками. Также нам предложили очень интересную идею сделать гипсовое панно. Эта же история прослеживается у нас при входе в коридоре, тем самым поддерживается единый стиль всей квартиры. И за что я еще хочу отдельно поблагодарить команду Rerooms и нашего дизайнера, это то, что на такой маленькой площади, 28 квадратных метров, у нас получилось уместить полноценное спальное место, кровать размером 160 в ширину, она с подъемным механизмом. Здесь также получается большое место для хранения и отличное спальное место. В то же время это пространство зонировано стеной. Дизайнер помогла нам сделать перепланировку. У нас квартира была в бетоне и стен не было вообще. Но планировка была совсем иной от застройщика. И нам предложили сделать стены таким образом, что получилось зонировать всю квартиру, разделить ее на три зоны. Также нам удалось поработать с отделом комплектации Rerooms. Благодаря им у нас получилось сэкономить большую сумму денег, потому что большую часть материалов отделочных мы заказывали через Rerooms. Например, стены во всей квартире, в том числе это гипсовое панно, покрашенные краской, которую мы заказывали у Rerooms. Также нам получилось очень хорошо сэкономить, заказав ламинат. Вышла экономия порядка 8 или 10 тысяч рублей. Также Rerooms помогли нам заказать межкомнатную и входную дверь. Была доставка до подъезда, что тоже очень удобно. Мы просто выбрали те двери, которые нам нравятся, и их к нам привезли. В целом я очень довольна работой с Rerooms. Я счастлива, что я обратилась именно к ним, потому что мне смогли предоставить услуги действительно на очень высоком и профессиональном уровне и помочь мне воплотить все мои идеи и мечты. И я уверена, что сама бы я никогда не смогла сделать такой ремонт, какой получился, потому что это работала команда профессионалов. И менеджеры, и отдел комплектации, и дизайнер поработали действительно как профессионалы. Я обязательно обращусь в Rerooms еще раз, когда мне будет предстоять следующий ремонт.
И теперь я советую всем своим друзьям обращаться именно в Рерумс.